Общее дело во благо объединяет людей. В преддверии Пасхи в Третьей Одинцовской школе прошла благотворительная акция в поддержку мобилизованных. В ней приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, сотрудники «Доброго кафе», активисты клуба «Активное долголетие» и члены семей участников спецоперации. Участники понимают, что они имеют дело не только с ребятами там, но и поддерживают семьи здесь. Разноцветная глазурь, различные посыпки, художественная роспись вовлекли участников в творческий процесс. За несколько часов они подготовили 200 куличей. Это было очень трогательно, потому что каждый из нас готов был вложить в украшение этого кулича кусочек своего тепла, кусочек своей души. Выпечку, оформленную с любовью, осветили, упаковали и отправили военным в зону СВО. Душевное мероприятие тронуло сердца людей. От переизбытка чувств родились стихотворные строки. Мы кулички упаковываем, украшаем и на фронт ребятам отправляем. Им здоровья желаем и победы домой ожидаем. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».